иксы продолжают свое шоу. Никто не скучает, никто не отсиживается по углам, все танцуют. Дорогие друзья, сегодня в нашем клубе так много красивых, энергичных девушек, так много настоящих реальных парней. Сегодня в рамках нашей ежегодной премии в номинации «Девушка года» победила Екатерина Колычева. Катюша, иди к нам, где же ты? Ну вот она уже приближается, наша удивительная, привлекательная, очаровательная. Поприветствуем ее. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Вот ваш приз. Боже мой, спасибо огромное, красота какая. Что бы вы хотели сказать нашим гостям? Ну, во-первых, огромное спасибо жюри, спасибо вам лично. Огромное спасибо этому прекрасному клубу. И я надеюсь, что мы сейчас начнем танцевать, веселиться. А где вы собираетесь побывать этим летом? Ну, где я собираюсь побывать, это пока секрет. А с кем поедете? Дмитрий, какой вы настойчивый, я прямо не знаю. Ну, с кем? Естественно, со своим любимым мужчиной. Еще раз всем огромное спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Понимаем. Ретро заказал. Люблю. Отлично. На! Полоток тонет и не тонет, а тихонечку влыет. Держи официант с арбузом. Добрый вечер. Добрый. Рады вас видеть. Спасибо. Здравствуй, милая. Привет. Привет, Федор. Привет. Катя. Я не Катя, я Марина. Это она, Катя. Катя, это я. Очень приятно. Марина Федина подруга. А, да. А это Терминатор. Он такая душка, вы его полюбите. Вряд ли. Убойная собака. Да, мы такие. Это же Катя Колычева. Простите, пожалуйста, я вас не сразу узнала, просто большая поклонница вашего таланта. Вы такая способная. Вы вообще, вы можете все. Вы просто вообще... Спасибо. Ой. Я чувствую, что вы тоже очень способны. Да. Как-то я сегодня подустала. Ничего, отдохнете. Завтра будем в Ницце. Оттянемся по полной. Ницца. Пальмы, море. Ну, где будете? Тебе того же. А пойдемте танцевать? М? Ой, я хочу. Иди. Ну что, Федя, удивим завтра наших девчонок. А то. Как говорят охотники, поразим и уложим. Поздоровайся с тетей. Э?
Это уже Ницца? Ницца, Ницца. Только тебе какая Ницца нужна? На Урале, например, река есть Ницца. И в Латвии Ницца. Ницца. Мы летели, а ты спала и спала. Не хотели тебя будить. Гадали-гадали, решили сюда приехать. Ой, смотрите, самолетик. Может, наш возвращается? Нет, вряд ли. А это что за маскарад? А это костюмы для охоты. Австрийские партнеры подарили. А это вам, женские комплекты. Подарочки, спасибо, медвежонок, муа. Размер не подошел. Ну тогда, девочки, вот это держите. Полезно и улучшает настроение. Вкусняшка. Эх, ну и мы по одной. Опа. Федя, за дичь. За дикую охоту. Вы же за рулем. Уже нет. Виталий Иванович, а теперь куда? К Ашоту, начальнику охотхозяйства. Да, Марин, тебе будет важное задание. Кто там? Мне? Ашот Арутюнович, дорогой, выдайте мне, пожалуйста, лицензию на убийство одного медведя. А лучше двух. А лучше трех. Сюрприз! Виталий Иванович, приветствую. Ну, здравствуй, здравствуй, Ашот. А что такое печаль? Ну, поздоровайся с Федей. Ашот Арутюнович. Привет. Здравствуйте. Ну, с Мариной вы уже познакомились. Да. Очень приятно. Я молодец? Молодец. А что, Марина девушка Феди. А это моя Катя Колычева. Зоя, клубника паспера. Сейчас иду, Ашотик. Теперь... Всем Марина, освежить! Надо... Я чуть-чуть. Чуть-чуть. Как всегда, чуть-чуть. Ты знаешь, конечно, что мы сразу как слушай, я хватит! Как хватит, километр слушай! Всем-всем! Такой обычай! Гостеприимство такое! А вот и мы! Так, поехали! Вот это красота! Вот, да. Ну, угощайтесь! Ну, спасибо! Так... Мы к тебе, как говорится, недолго, чеку побьем... И поедем. Ты нам, главное, на медведя лицензию. А куда собрались? А как обычно, в медвежий угол. Там все плохо. А что случилось? Михалыча больше нет? Есть, но другой. Старый уехал на Алтай. Нам нового Михалыча прислали. Тоже Михалыч, но плохой. Совсем не егерь. Совсем. Ашот, так ты его... Как это? Уволь совсем? Не могу. Начальство не позволяет. Я думаю, родственник чей-то. Родственник? И работает егерем. Странный как-то. Да, дикий и беспредел творит. Дикий егерь. Интересненько. В общем, не советую. А шо? Я твои советы уважаю. Ну и ты меня знаешь. Выписывай. В общем, я предупредил. Ты же меня знаешь. Я... Куда решил, туда и поеду. Угу.
И с егерем твоим разберемся. Не таких видали. Ну и что это значит? Сюрприз. Михалыч, я про тебя все-все узнала. А ну дуй отсюда. Ты что, ненормальный? Сволочь. Ананасом прикройся. Идиот, одежду отдай. На. Придурок. Туфельку забыла. Получай. Мерзавец. Вроде бабы за рулем. А откуда ты? Наверное, лань залетная. Угу. На них-то они охотятся, видимо, сюда и приезжают. Да нет. Нонс какой-то. Ну и где тут леший? Дикий. Нету. Сейчас найдем. Эй! Есть кто живой? О, человек. Эй, человек! Слышь? Это ты, что ли, Михалыч, будешь? Ну, я. Мачо. А если приодеть, то прям плейбой. А что надо-то? Да вот медведя приехали добыть. Нет, ребята, белых медведей здесь нет. Каких белых-то? Ну, понятно. Это моя девушка так шутит. Бурый нужен, конечно. Бурый. Бурых тоже нет. Почему? Ушли. Куда? На соседний участок. На зайчью засеку. А почему ушли? Не знаю. Не сказали. А лось есть? Лоси. Лоси есть. Отлично. Но у вас нет лицензии на лося. Михалыч, да мы договоримся. Не договоримся. Лицензии нет. Это аннулировано. Вот так. На самом деле дикий. Кто-то там такой мокренький в воде плывет, а? Медведь плывет! Медведь! Ну, медведь же! Виталий Иванович! На самом деле медведь! Это бобер. Почему такой большой? Бобер-мутант. Больной.
Михалыч, хорош! Прикалываться над нами! Ты знаешь, кто перед тобой? Да погоди, Федя, Михалыч! Я Виталий Мурзин, президент холдинга «Русская Европа». Угу. Ну, а я егерь. Упс. Ну, понятно. Остаемся. Угу. Красота, а? Да, красота. Красивее, видали. А воздух какой? Да, в Ницце еще и морской. Да, воздух. А на медведя пойдем? Конечно, пойдем. И тебя возьмем. В гробу я видала ваших медведей. О, в гробу увидишь, точнее, на сковородке. Когда мы его чпукнем? Как бы он вас не чпокнул. Не дай бог. Не боись, Федя, не боись. А я никуда не пойду. Люблю медведей. Да не хочешь, как хочешь, оставайся. На недельку. С егерем. Ты за меня не волнуешься? За тебя? Да разве что за егеря. Кстати, Виталий Иванович, может, Михалыч позвать? Какая охота без егеря? И потом, у нас даже собаки нет. Как нет? Терминатор! Вариант. О, а вот и Михалыч. Слушай, давай выпьем, а? Кто старый помянет? Тому, как говорится, глаз вон. Угу. Фужер. Не пьянство ради. Михалыч, вот и славненько. Завтра на кабана идем. Ты знаешь, где у вас тут кабаны порылись? Кабаны? Знаю. Пока я здесь егерь, животных убивать не дам. Послушай, егерь, нас предупредили, что у тебя крыша совсем съехала. Но ты пойми, я тебя отсюда в 2 секунды уволю. В бараний рог согну. Малыш, не смотри на дядю. Лови. Виталий Иванович, а давай махнем на рыбалочку, а? На заповедное. Возьмем лодочку, муха на крючок, рыбку поймаем, а? Золотую? Золотую. А то пока ты егеря будешь увольнять, время уйдет, а? И вся охота на смарку. Едем на рыбалку. На рыбалку. А? На рыбалку! Феденька, а рыба дорадо там водится? Дорадо? Кать, может, еще рыбу фугу подать? Ну, ты можешь хоть на природе день-другой без нытья прожить. Если дорадо не водится, я не еду. Ой, ну смотри.
Эй, ты! Как тебя там? Ау! Михалыч! Где все? Уехали рано утром. А почему меня оставили? Почему? Вот и я хотел бы знать, почему? И почему вы все время орете? Не видите, человек спит. Значит, так. Ты сейчас заводишь свой этот Лорен Дитрих. И мы с тобой мчимся в леспромхоз, в охот хозяйства, к Арутюнычу. Я хочу в город. Значит так, никуда я не поеду, потому как недавно лег. Корову доил. Стартер, заводи и уезжай. Что оставили, а? Да, как-то неудобно, Виталий Иванович. Давай вернемся, а? Да перебьется. Дня три посидит и как шелковая будет. Ну а если сбежит? Ха, не сбежит. Я у егерского драндулета свечи выкрутил. Мудро. О, телефончик ожил. Медвежонок, а в столице сейчас неделя скидок началась. Забудь. Да-да-да-да-да-да-да. Алло, Арутюныч, слушай, уехали мы из Медвежьего угла, но девушку там оставили. Нет-нет-нет, ты не дергайся и ничего не предпринимай. Да. Пусть там сидит. Свечей зажигания нет. Мурзик, вот гад, да? Какой-то он у вас дикий, что ли? Дикий? Тогда ты какой, если он дикий? Алло. Алло, а что, Арутюныч? Это Петр Михайлович. А-а-а. Тут такое дело. Ваши друзья кое-что забыли. Кое-что? Я хотел сам подвезти, но машина не заводится. У меня тоже нет. Ушли. Что значит ушли? Куда ушли? Зачем?
Все ушли на базу. Все машины. Не знаю, когда придут. Не говорят. Слушай, как медведи? Что хотят, то и делают. Начальник им уже не начальник. Плюют. Совсем плюют. А когда вернет... Говорит, надо подождать. Или ты меня сейчас же отсюда увозишь, или я тебя укушу. Я не шучу. Алло, такси? Это егерь из Медвежьего. Хотел бы заказать машину. Угу. Я заплачу, заплачу. Алло, Мурзик? Знаешь ты кто? Ты... Скажите, у вас тут люди нормальные есть где-нибудь? Есть. Ага. Вон по дороге прямо до Дышлого. 50 км. Очень хорошо. К утру доберетесь. А можно через лес? 20 км. Угу. Но там болото непроходимое. Михалыч, а я есть хочу. А я по утрам только кофе пью. Как это аристократично. Ты действительно оригинал. Угу. А поесть у тебя есть что-нибудь? Есть. Капуста квашеная есть. Ну, еще куры, яйца. Где, говоришь, куры? Вон там. Только там петух. Бешеный. Ему же хуже. Ого. Смотри, еще теплое. Это же яйцо. Да, настоящее. Странно, странно, как вас петух не загрыз. В каком смысле? В прямом. Он же сумасшедший. Бросается на людей, клюется. Да. Если честно... К нему вообще не захожу. А скажите, у вас тут сколько через болото идти? Да нет, вы не дойдете. Я дойду. Там звери дикие. Там змеи. Медведи. Злые. Разберемся.
Надо, я сам. Другой, да? Тяну. Да. Живой. Михалыч, идти сможешь? Браконьер, гады. Капкан на егеря поставили. Ногу ты чувствуешь? Да, очень больно. Больно-прибольно. Это очень хорошо. Очень. Значит, все не так страшно. Вы-то откуда знаете? Да я в медицинском училась. Да, Мурзика. Что? А почему? Не закончили. Да Мурзик сказал, зачем мне? Да я потом тоже подумала и решила, действительно, зачем мне? Если он вас бросит, ваш Мурзик. Не бросит. А даже если и бросит, мы себе другого найдем. Он только свистнем. Интересно, а что они там сейчас делают? Кто они, Виталий Иванович? Да никто, заводи, Федь, заводи. Ревнуете? Издеваешься? А, я вообще молчу. Ну, пока вы тут заводитесь, я пойду ягодки поем. А вы не против? Не против. Ты же будешь есть. Ну да. Угу. Да. Виталий Иванович, у меня какие-то сомнения большие по поводу Марины. Какие сомнения, Федь? Ну, в общем и целом, она ничего. Мне всегда такую хотелось. Какую такую? Ну, чтобы идти с женщиной, а все вокруг меня ненавидят. Завидуют? Да. Ой. Ой. Ну, а тут еще тянет меня к ней. А почему? Не знаю почему. Ой, Федь, это судьба. Федя! А я в твой подарочек нарядилась. Арю-рю! М-м-м.
медвежонок, тебе землянички набрать? Набрать. А я прям шляпку наберу. Вкусняша. Ну вот видите, а? Да хорошая она. Ну какая-то она прямолинейная слишком. Ты вспомни мою Катю, сразу успокоишься. Сравнили. Она другая. Копчёна! Чё ты, Федя, мне не до рыбалки? Виталий Иванович, ну, может, хоть с пирса блеснем? Федечка, можно я блесну? Ну, пожалуйста, один разочек, а? Ну, хочешь блеснуть, блесни. Федь, ну ты чё? Ну, я просто блестеть хотела, то есть блеснуть. В общем, а куда Мурзин-то поехал? Надеюсь, Катя. Ладно, надо мотор менять. А блеснуть? Марина, ну ты полная дура, или как? Федь, я не дура. Я кинокритик. Что? Устала я от этого цирка. Не могу больше из себя дуру строить. А как? Зачем? А почему ты скрывала? Понимаешь, Федь, многие мужчины не любят умных женщин, к сожалению. Я люблю. А, Марина, так ты правда кинокритик? Правда. Прости, Федь. Просто я боялась, что ты меня бросишь. Я никогда тебя не брошу. А ведь я еще с детства кино просто прикипел. Ты кино? Да. Ну, это как голубая мечта. Еще со школы. И... я даже спонсором хотел быть, кино снимать. Что помешало? Мурзин. Он сказал, что кино — это, конечно, искусство, но вокруг него крутится очень много жуликов. Это правда, Федь. Правда? Тяжело. Сапог. Аптечка. Ну что, Михалыч, на ножке ли будешься, да? Я? Да? Ха. Ну что ж, ножки, пожалуй, получше, чем у Цибороссы. Цибороссы? Немка, что ли? Местная. Это та, которая тебя на красной машине выезжала? Ну нет, это совсем тупая. Фря столичная. Угу. И что же, интересно, столичная фря здесь забыла? Да так, узнала кое-что и прилетела на поживу. Чего? Какую поживу, Михалыч? Чем у тебя тут живиться? У тебя же ничего нет. Это у вас ничего нет. Мурзик один и ноги вон. А у меня, знаешь, у меня лес. У меня вон озеро. Рыбки. Рыба есть. Ага. Солнце, воздух, вода. Знаешь, Михалыч, что мне в тебе нравится? Чего? Есть в тебе что-то, знаешь, такое... харизма, что ли, какая... что-то такое, ух, первобытно-общинное.
дикое. Слушай, Михалыч, ну что ты со мной? На вы, я тебе все тыкаю, тыкаю. Может, уже на ты перейдем, а? Как хочешь. Ты... ты... Ну что, Михал, снимай штаны. Зачем? Как зачем? Будем тебе укол столбняка делать. Ну, мало ли что. Капкан ржавый. Грязь могла попасть. Ты же понимаешь, это серьезный вопрос. Михалыч, иголка тоненькая. Больно не будет. Вот, главное, знаешь что? Что пузырьки воздуха в кровь не попали. Как это? Ну, как? Иначе сидеть будет трудно какое-то время. А еще важно, чтобы иголка в теле не осталась. Иголка? Угу. У меня на экзамене было. Пол манекена разворотили. Слушай, терпи, Михалыч. Все уже. Ну что? Ладно, я пойду искупаюсь. Полотенце тебя возьму. Спасибо! Михалыч, ну подсматривай, только не надо. Да я не... Я просто... Озеро прелесть. Водичка прям как в сказке. Ну, а кто говорил, что плохо? Да нет, я грешным делом подумала, что ты за мной подглядывал. Больно надо. Я что, голых девиц не видел? Ну, уж таких и не видел. Насмотрелся. За всю жизнь. О! Чего? Нет, ничего. А ты чего? И я ничего. Ну, может, тогда молочка? Да, молочка.
мне молочка. Тебе молочка? Да, мне молочка, Михалыч. Ой, да. Ты вроде как не просила. Я что? Я что, по-твоему, не человек, что ли, а? Я хочу молока. Это что, так трудно понять? Я не понимаю. Ты дикий человек, Михалыч, дикий. Женщина хочет молока. Что тут сложного? Держи. Хочешь, надои. Как надоить? Я не умею. Учись. А? Я тоже не умел. У тебя ж бабушка в деревне жила. Ну... Вот, познакомься. Это Цибороссо. Может, это... Сокращенно, Центральный банк России. Здрасте. Между прочим, этот банк – самый надежный банк в мире. Я Есена, она мне молоко. Угу. Все без обмана. А эта Цибороссушка – наша Катя. Она... подружка Мурзика. Ну, я думаю, вы договоритесь. И это он твои ноги с моими сравнивал, да? Угу. У меня получится. У меня получится. Стой! Ну, поласкивай, поласкивай. Там все в порядке. Но егерь одичал. Совсем в животное превращается. М? На панду стал похож. На кого, Ашот Урутюныч? Ну, панда — это медведь. Такой. Бамбук кушает и круги на глазах. А кто превращается? Ты что, глупая совсем? Он превращается. Ты фильм видела такой? Мух называется. Кино. Муха? Ну, какая разница? Так вот, там человек превращается в мух. Видела? Слушай, едь уже, а? Привет. Привет. Ты что это делаешь? Ты не видишь? Молоко из коровы добываю. Ага. Это я как раз вижу. Слушай, корова. Настоящая. Да. Где таких берут? Екатерина Колычева. Да вас не узнать. Чудеса какие-то. Ну ладно, собирайся, поехали. Сказал, через неделю приедешь. Через неделю приезжай. А. Да хватит обижаться. Поехали. Да я не обижаюсь. Просто ехать не могу. У нас тут лесник в капкан попал. Вот так вот. Лесник в капкан. Неожиданно. А ты, значит, что? Заменяешь его, что ли, а? Ну, не мешай. Нет, я медицинская сестра. Просто оказывала первую медицинскую помощь. Ух ты. Ну, все, оказала и поехали. А лесника... по дороге в больницу завезел. Он с тобой никуда не поедет. Молочка хочешь? Да нет, спасибо. Как хочешь. Хорошо. Красота какая, а? Ну ладно, ладно. Давай я Рутюнычу позвоню, пусть он его забирает. Телефон сломался. Мурзик, не ревнуй. Ну сам подумай. Кто ты, а кто он? Ты банкир, знаменитость. А он так, егерь, неудачник, чудище лесное. В общем, ты поезжай, а я врачей дождусь. М-м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 -
Кать. Я до тебя Гиппократу клятву давала. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Цыпа-цыпа-цыпа. Гиппократу? Поехали. При чем здесь Гиппократ? А это кто приезжал? Мурзик, держи. О. А почему уехал? О. Что ему тут делать? Омлет, глазунья, омлет. Омлет! Уложим больницу. Зачем больного человека заставлять работать? Пусть здоровый поработает. Здоровый, румяный и дееспособный. А не идиот какой-то. Я правильно говорю? Правильно. И надо Катю оттуда убрать, а то не нравится мне. Уберем. И кого надо, поставим. О! Пятый раз звонит, но я не отвечаю. Я не понял. У него телефон в порядке? В порядке, конечно, в полном порядке. И у нас тоже будет все в полном порядке. Катька. Алло. Сергей Петрович, слушайте, заболел ваш Петр Михайлович. Да-да, егерь из Медвежий угол. Ноги капкан наступил, совсем плохая стал. Да, я с ним медсестру оставил, но врач нужен, больница. Ногу пилить мало-мало или убирать совсем? Понял, понял, понял. Да, хорошо. Ну вот и все, Виталий Иванович. Что такой хмурый? Ты давай, Ашотик, поскорее его оттуда изымай. Я Федю с Мариной заберу и подъеду. Или туда, или сюда. Ну, где Катя будет. Только одну ее не оставляй. Когда Ашот оставлял, девушка одна. Никогда не пропускал. Я не в этом смысле, Виталий Иванович. Я в смысле в беде. А ты что подумал? Ай, нехорошо. Ты столько для меня добра сделал. Так инвестировал. Так инвестировал. Разве в мою голову могло прийти что-нибудь, кроме хорошего? А? Держи меня в курсе. Ага. Вот и приехали. Быстренько, быстренько. Бегом, бегом из автобуса, все на площадку. Скоренько, зайчик или лягушата, медвежата налево. Лисички и бабочка направо. Мы пирожки и пирожки прямо. Через час снимаем, через 10 минут обед. Все слышали? Пиротехников предупреждаем. Пока все к пожару не подготовите, никто обедать не будет. А где крокодил? Где крокодил? Так, найдите крокодила. Иван Никифорович. Так, рабочие, подойдите, пожалуйста, ко мне. Теперь никому не расходиться. Воду не заходить. Рыбы, выйдите из воды. Бабочка, осторожно, стрелями. Ищите оружие! Все должны быть в нужный момент под рукой. Все должно быть под рукой. Лисички, лисички, где наши лисички? Это что? Лисички, где лисички? Это... Это Грачевский. А там... Там Ералаш. Опять в хорошем покое. Коробки наша. Местная. Ага. Вот так. Вась, не трогай. Да быстрее бегаешь. Догоняй. Готовы? Догоню. Грачевский. Догонишь, не догонишь. Догоню, 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 догоню. Хорошенько попробуй.
Слушай, Ералаш. А потом никто не кликал. Мол, дети, перекур, 5 минут. Дай сюда. А что происходит? Ну! Здравствуйте, подожди ты. Здравствуйте, вы егерь, да? Да, я егерь. Очень хорошо, поможете нам вот здесь вот озеро поджечь. Как это поджечь? Вы что, с ума сошли, что ли? Да вы не беспокойтесь, у нас есть разрешение, там бумаги всякие. О, дерево. Крокодила, крокодила, давайте. Дай стрельнуть. Приготовиться. Вы поймите, журнал «Ералаш» снимает роли под патронажем «Гринпис». По Чуковскому, поэт такой детский. Ну, а лисички взяли спички, к море синему пошли, море синее зажгли. Да, долго-долго крокодил море синее тушил. Ну, вот, объясняю. Ехать к морю дорого и далеко, мы тут рядом как раз, у нас объект был рядом. Все будет нормально, мы немножко нефти нальем в пятнышко. 1 сантиметр, и все будет в порядке. Не понимаю, какой сантиметр? Вы что, с катушек съехали? Послушайте меня, все будет нормально. Ну, мы не первый день в кино. После обеда сразу снимаем. Пиротехники, слышали? Зажечь надо так, чтобы сразу рвануло и сразу горело. Да не волнуйся ты. В воду не заходить. Ну вот такой маленький апокалипсис. Рыбы выйдите, да? Из воды. Бабочка, осторожно. Другую сторону. А у нас дети, пожалейте корову, я вас прошу. Ну, вопрос решенный, все будет здорово и совершенно безопасно. Крокодила давайте сюда, крокодила. Да мне тут все сожжете. Но в других местах останется. Но в этом нет никакой логики. Согласен, но вы не волнуйтесь. Бабочка прилетела, крылышками помахала, море стало затухать и потухло. Какая бабочка? Да, бабочка, кстати, где бабочка? Бабочка! Я здесь! Да, конечно! Да, Грачевский для Гринпис вам станцует всем на бис. А дети, которых вы мне прислали из художественной самодеятельности, уже полбюджета фильма съели только на одних пряниках. Простите, а вы... Продюсер. Очень приятно. Деточка, идите работайте. Вас, наверное, Грачевский по объявлению набрал, да? Извините, ради бога, а финансовые трудности у вас есть? Как вы уже слышали. Будут еще больше. А чего так? А дело в том, что вся вот эта земля принадлежит мне, а подарил мне ее Виталий Иванович Мурзин, президент холдинга «Русская Европа». Машина его только что отъехала. Виталий Иванович? Да. Так... Конечно, знаю Виталия Ивановича. Деточка, а ты-то здесь при чем? А? Жена, будущее. Маленькая просьба. Да? Сворачивайтесь. Угу. Побыстрее. Хорошо? Хорошо. Извините. Понял. Спасибо. Боренька! Да. Моя ты красота. Сворачиваемся. Почему? Неправильный выбор натуры. О, Господи. Спасибо всем. Съемка окончена. А я свободен? А ты особенно. Быстро все в автобус. Быстро. Ждать никого не будем. Дальше носить не крокодила. Корову. Корову оставьте в покое. Быстренько все в автобус, все на месте, никого не забудем, трогаем. А я люблю на звезды смотреть. А я комедии люблю, Чаплин, например. Чаплин. Чаплин — это гений. А знаешь, даже ранняя трюковая комедия хорошо рифмуется с теорией Бахтина. Да, а я этого не знал. Понимаешь, Кракауэр говорил, что герой Чаплина – человек без поверхности, то есть без возможности соприкосновения с миром. А вот мне очень нравится «Золотая лихорадка». Помнишь, он там ел шнурки, как спагетти? Так я их с тех пор очень люблю. Именно об этом фильме Кракауэр говорил. Правда? А я еще «Огни большого города» люблю. У меня просто ком в горло подходит, когда я его смотрю. И еще мурашки по всему телу. Ой. А кто такой Кракауэр?
Кракауэр Зигфрид... Тишина в зале. А Кракауэр Зигфрид родился в 1889 году в Германии. Он немецкий социолог, кинокритик. Марина. Да, Федь. Марин, ты мне очень нравишься. Очень. Я хотел... Я думаю, что... У тебя клюет. Ой, правда, Федечка, клюет. Давай, тяни, скорее тяни, тащи тяни. Ее. Рыбка! Стой, я снимаю. Подожди, надо с крючка снять. Ой, с крючка. Федя, аккуратно. Ну, хватит. Ой, Федя, сейчас я ее догоню. Стой, куда? Моя женщина. Господи, жил себе спокойно, никого не трогал, пока ты не появилась. Ага. Откуда вы только взялись? Да, между прочим, это твоя прямая обязанность – принимать охотников и обеспечивать им дичь, а не в капканы попадать. Слушай, а ну мотай отсюда. Я сам знаю, кого обеспечивать, а кого нет. Ах. Это из-за тебя я в капкан попал. Что ты сказал? Да, потому что если бы не было тебя... Ага. Ничего бы не было, понимаешь? Да если бы не я, ты до сих пор бы полз из своего леса на карачках, а потом умер бы от столбняка в корчах. Ты в чем? В корчах! И не дождешься. Никуда я от тебя не денусь, понял? Нашел дуру. На! Ой, больно. Нет, приятно. На этот раз ты меня разъярила. Сильно-сильно. Ничего, я тебя голодом морить буду, как Петруччо Катарину. Какой Петруччо? Шекспира читать надо. Да я читала твоего Шекспира. Ничего, я на молочной диете посижу, все полезнее будет. А с Тебороса я, между прочим, договорилась. И с Петрушей, между прочим, тоже. С каким Петрушей? С петухом твоим. А, с петухом ты договорилась? Да. А ну, стой. Ах, вон оно как.
плитку хлебанешь? Мне папа рассказывал, что в пионерском лагере тех, кто втихую конфеты трескал, подушками забивали. Да я тебе еду хотел принести. Сюрприз. Врешь. Открой. Открой, а? Слышь, что говорю? Да брось. Я замерзну здесь от холода. Ушла, что ли? Зараза такая. Сам зараза. Открой, поделюсь. М? Правда поделишься? Да, жди. Лучше я здесь подохну от холода, а ты там умрешь от холода. Ой, Михалыч, Михалыч, что ж ты такой злой-то, а? Я не злой. Я злобленный. Кто ж тебя так озлобил? А вот такие, как вы. О! Пустые. Фальшивые. А сам-то какой? Егерь, ты недавно. А раньше кем был? Не важно, кем я был. Важно, что я ушел. Чего ушел? Очень-очень рад этому. Я стал настоящим человеком. Стал самим собой. Чего я тебе желаю? Да кем ты стал-то? У тебя неприятности возникли, ты взял и свалил. Да трус ты, Михалыч. Даже он меня испугался. Поэтому и прогоняешь. Неправда. Я не хотел тебя прогонять. Теперь уж не докажешь. Вот свечи. Новые. Посмотри. Где? Вот. Марин. Да, Федь. А что ты молчишь? Тебе скучно со мной? Было бы скучно, давно бы ушла. Марин. Да, Федь. А можно жениться на тебе? Можно. Можно? Угу. Можно! Вот вы где. А я вас обыскался. Ночная рыбалка у нас. На сверчка, ой, то есть на светлячка. Какая рыбалка, ничего не видно. А светлячок светится и рыба ловится. В общем, если я помешал, извините. Завтра утром возвращаемся в Медвежий угол. Будьте готовы к 6. Ла-л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 а. А мед-то у тебя откуда, Михалыч? Пчел нет. Где пчелы? В жаркие страны улетели. А яства вот эти? А знакомый медведь приносит. Из леса? Ну, вот тот вот, страшный который. Да.
А знаешь, Михалыч, что мне в тебе нравится? Ну? Ну вот все в тебе хорошо. Только дикий ты, Михалыч, и темный, как 12 часов ночи. Петруча. Угу. I pray you do. I'll attend her here and woo her with some spirit when she comes. Says that she rail. Why? Then I'll tell her plain. She sings as sweetly as a nightingale. Says that she frown. I'll say she looks as clear as morning roses, newly washed with dew. Это ты сейчас Шекспира в подлиннике читал? Я в Оксфорде учился. Тогда я в Гарварде. Ну, отлично. А я так поняла, ты мне в любви признался, да? Угу. А что... А я согласна. Ну, на это, как оно? Оглашение, обручение, помолвку. А? Михалыч. Тронешь? Укушу. Я не шучу. Дурак напугал. Что? Поеду я. Куда? В город. Подожди, какой город? А почему? Зачем? Что? Верни свечи. Если не хочешь, я сама поеду. Так подожди. А почему? Что? Кто тебя... Я... Просто надоело придуриваться. Ну-ка, постой. В каком смысле? Может, моя жизнь и фальшивая, как ты говоришь. Но это моя жизнь. И... Я хочу принять ванну.
домой катись, к своему Морзику. И покачусь. Привет. Привет. Да, Ашот Арутюныч. Кому отгрызли? Да егерю обе ноги медведь напрочь. Сам не видел, но начальство уже в курсе. Очевидно, снова напали и мало-мало догрызли. Конечно, меры приняли. Убираю больницу или морг. Морг не надо? А меня куда? А, мы своими силами. Егеря нового нашел. Дееспособный. Зверя любит и понимает. Белька точно в глаз бьет с 30 шагов. Врача везу с носилками. Как? Не надо? А как? Уже? Ой. Друзья мои, я тут подумал... В общем так, свадьба у нас будет в Ницце. Неожиданно. Свадьба? Да. Для нашей психологической совместимости не хватало элементарного доверия к своему внутреннему «я». Доверия. Об этом все мудрецы говорили. Вот Конфуций, например, Конфуций? Писал, что... Да, китайский философ. Марина у нас, оказывается, кинокритик. А Федя у нас, оказывается, очень любит кино. Катя, ты представляешь, что Феллини и его сценарист... Виталик, останови, пожалуйста. Нам надо поговорить. Виталик, я подумала. Ты только не пугай. Нет, я правда подумала. А я редко думаю. Точнее, ты думаешь, что я редко думаю. Так вот, я хочу сказать. Что? Как это сказать? Как думала, так и скажи. Правильно. Я от тебя ухожу. Такси! До Медвежьего угла. По пути садитесь.
Странно. А что здесь делает такси? Виталий Иванович, а куда на такси? Она уехала. Марин, ты что-то поняла? А? Федя, у нас забыл! Федя! Марина, прыгай в багажник! Бегу! Шутка! Федя, тут не до шуток! Мужик, кого везти-то? Похоже, уже никого. Ты чё, мужик? У меня счетчик 10 штук нащелкал. Кто мне за прогон заплатит? А, да, конечно. Ты что, мужик, прикалываешься? Я сейчас. Я быстро. Куда? Вот, пожалуйста. Мужик, на кой ляп мне твои свечи? Тьфу ты. Вот, я думаю, этого хватит. Да что же за валюта такая? Я такой никогда не бачил. Что это? Это швейцарские франки. Самая надежная валюта в мире. Гривны бачил, доллары бачил. Я ни в чем не виноват. Понимаешь? Ты была свидетельницей, он меня сам прогонял. А такие не бачил, не нужны мне они. Послушайте, что вам угодно? Рубли гони. О. У меня такой суммы в рублях нет. Ничего, мужик, найдешь. Ты мне, я подожду. Рубли гони. А Феллини? А что ты сказала? Я молчу. Да погоди! Ты спросила, откуда в лесу такси? Ой! А в самом деле, откуда здесь такси? Чья машина? Моя. Кто таков? Таксист. Чё стоим? А я клиента привез. Документики? Пожалуйста. Здравствуй, Петя. Здравствуйте, Никита Степанович. Говорят, тебя медведь погрыз. Упрашивать приехали? Да нет, проведать. Иди, Айболит. Ты давай, Петр, эти шутки заканчивай, прибаутки. У тебя голова или где? Вот зачем тебе здесь сидеть? Пусть сидит кому надо. У нас страна большая, что сидеть не найдем. Анекдот.
премьера, что ли, привезли? Сюда нельзя. Привет, Ашот. Виталий Иванович, кому рассказать? Мне рассказать я бы ни за что не поверил. Какой человек у меня на точке? Да погоди ты. Какой человек? Это что случилось-то, а? Видно, охотники приехали. Ученый человек. Школу с уклоном кончил. Октябрьский университет кончил. Бакалавра кончил. А каким наукам? По всем! Кто, егерь? Да. Мы пока ехали, говорили, я записал. Ого. Для памяти. Теорема Пикара. В локально выпуклых формах. Мы поняли. Раз. Это физика, что ли? Я не понял. Я понял только четыре слова. Какие четыре слова? Эй, Ашотик, чаю давай. И кроме того, они говорили еще о технологиях Алибасова. Какого Алибасова? Это великий шоумен, ты что, не знаете? Группа Нана? Так Нана. Я и знаю. Вот, Нана, технологии Алибасова. Так что собирайся, поехали. Никуда я не поеду. Кому я там нужен? Там мне нечего делать. Залазил как банный лист, не поеду. Гляди, кого я тебе привез. Министра Ивана Сергеевича. Иван Сергеевич, мы директора института уволили, как я сказал. Уволили, Никита Степанович. Уволили и назначили Петра Михайловича. Угу. Нет, ну зачем сразу директором? Мне достаточно было лаборатории, штат, финансирование и все то, что не додали в тот раз. Не додали, так додадим. Не надо проблем нам на мокром месте. Что требуется, то и это. Сходящий там, исходящий. Какие сходящие? Ну, все все понимают. Все все понимают. Вот, понимают, товарищи. А если какие-то голоса раздаются на стороне, то мы уже знаем, чьи это голоса. А если ноги будем в капкан совать, то это членовредительство. Правильно я говорю? Вот и порешили. Сама не понимаю, что происходит. Наверное, начальство приехало. Девушка, вы из Дышлова? А, я... Да нет. Будешь? А кем Петру Михайловичу приходитесь? Я? А... А я невеста его. Да. Извините. Извиняю. Но я же невеста. Извините, пожалуйста. Эта девушка говорит, что она ваша невеста. Да. Жена. Ага. Так вот, я не договорил. Лемма о гомологическом расслоении плоского геодезически полного пространства не получили кривизны не из-за морфной поверхности века. Проекция расслоения... В замкнутых гладких многообразиях
Держи, Федя. Просто кино какое-то. Пойдем, любимый. Если б знал, какой инвестиции мог бы дать. Федь, терминатора возьми. Иди к мамочке. Какой человек? Мемориальный доска имени Михалыч. Прибью. Прибей получше. Еще просьбы есть? Да, у меня временная финансовая трудность. С таксистом не расплатиться. Он, видите ли, швейцарские франки не берет. Совсем очумел народ. Франками они не берут. А который таксист? Он тот? Он. Я отдам. Чем ты берешь, добрый человек? Рублями беру. Рублями все берут. Здрасте. Сколько? Здрасте. 30 тысяч сюда, 30 тысяч обратно. Так получилось. Да у меня таких денег ни здесь, ни в карманах. Алексеич! Алексеич! Да? Разберись с человеком. Слушай. А чего угрожать-то сразу? Я и так уеду. Сюда посылают, отсюда посылают. Лишь бы послать. До побачення. Так. Так. Вот. Все вопросы я урегулировал, я полагаю. Все уяснили. О стране надо думать. Да. Чё, да? Это я буду о стране думать? А вы думаете, о чем я буду думать? На сборы тебе, Пётр, 3 дня. Коллеги ждут. Там. Я понимаю. А я, Пётр, твой проект всегда поддерживал. Продвигал вопрос. Перпендикулярно, так сказать. Скажи, новые мысли есть? Новые мысли есть всегда. Сила гравитации космических частиц. Вот это я очень одобряю. А то совсем, можно сказать. Не с кем обсудить, имею в виду. Каждый норовит к себе, понимаешь? А я ведь, между прочим, главный ответственный член за науку. В смысле развития тенденций. Положительных, естественно. Понимаешь? А тенденции, они сами по себе не сделаются. Под лежачий камень, как говорится, никто не потечет. Крутиться надо, понимаешь? И думать о стране. Вот тогда и порядок будет. Смотрю в окно, слушаю радио.
бы тебе сказала все, но ведь это должен ты. Мы же в последней стадии. И новый шанс ты не потратил. Наверное, будет еще. Боже мой, когда же ты поймешь, от теории по стукам ты идешь, наиграешься, догадаешься. Может, виновата я сама, я же так хочу с тобой сойти с ума. Не пойму никак.